Всех приветствую на моем канале «Товар из Китая». Меня зовут Вячеслав, и у нас сегодня будет честный тест батареи смартфона Redmi Note 9T. Это версия 5G. Мне интересно, сколько проживет наш аппарат от 100% до нуля при игре в YouTube. Итак, давайте посмотрим. Яркость у нас 80%, звук 80%, батарея 100%, 9.22. Итак, давайте запустим тест в YouTube. Привет, вы на моем канале «Товар из Китая», меня зовут Вячеслав, и сегодня в сравнении мы запустим вот эти гаджеты. Halo тестер, 0.5 и Halo секундомер, 0.5. Время пошло. Посмотрим их характеристики, посмотрим их работоспособность, стоит ли переплачивать за LS. И посмотрим, сколько проживет смартфон наш от 100% до нуля. Наш смартфон уже работает ровно 1 час. Если быть точным, даже 1 час 2 минуты. И давайте посмотрим, что у нас заряд батареи показывает. 95%. За 1 час 5% разрядилось. Скажу вам, это очень хороший результат. Итак, тест продолжается. Вот и 5 часов позади нашего теста, как видите, на секундомере. И давайте посмотрим, что наша батарея. Насколько разрядился телефон. Так, у нас 67%. 67%, то есть телефон потерял 33% за 5 часов. Я считаю, неплохой результат. Итак, продолжаем наш тест. Итак, прошло ровно 7 часов, как показано на нашем секундомере, 7 часов нашего теста. И давайте посмотрим, что у нас на батарее. 50%. 50%, друзья, за 7 часов. Отлично. Пишите в своих комментариях, что думаете по поводу таких тестов и нужно ли их делать на другие смартфоны. Вот и 10 часов теста позади. Как можете видеть на моем секундомере, 10 часов прошло. Сейчас мы посмотрим, сколько осталось у нас процентов батареи. Осталось 24%, друзья. 76% за 10 часов. Думаю, неплохой результат. Ну что ж, дождемся полного разряда нашего смартфона. Уже позади 12 часов нашего теста, друзья. 12 часов, 2 минуты уже непрерывно играет YouTube. Давайте посмотрим, что же у нас на батарее. 2%, друзья. 2% осталось заряда батареи. Неплохо, как вы думаете, 12 часов. В прошлом моем видео, полном обзоре Redmi Note 9T, я говорил, что там сомнительная батарея. Ну, теперь я готов признать свою ошибку, что здесь батарея действительно достойная. Уже более 12 часов непрерывно работает YouTube. Это очень хороший результат. Давайте дождемся до полного разряда этой батареи. А вот, друзья, и наш финал. Телефон выключился. Итак, у нас 12 часов 28 минут проработал Redmi Note 9T версия 5G. Как вам такой тест? Ставьте лайк, поддержите мой канал, друзья. С вами был Вячеслав, канал «Товар из Китая». Всем пока, до новых встреч!